Привет, я волнуюсь. И я думаю, пацаны тоже волнуются, потому что мы сегодня выступаем в Самаре. В клубе «Звезда» это будет большой-большой концерт. Вот только начинаем пускать людей. Там много на входе, это приятно. Короче, сегодня качнем нехило. Отыграли в Самаре, было круто. А сегодня вот на таком пульте вместе с группой Фредди Остин мы едем в Казань. Есть такое направление, как выезда из Самары в Казань. Обычно нам люди по 5 часов добираются там на минивэне, а мы вот 15 ехали. Из них там 5 часов болтали, 5 часов спали, потом 5 часов с бабушками трындели, то есть вообще о жизни, там обо всем. Диман пел свои песни, они аплодировали. Мы очень любим этот город. В прошлый раз был очень крутой концерт. Буквально через час мы начнем выступать в клубе «Биопорт». Посмотрим, так ли хорошо нас встретят в этот раз, как в прошлый. Мы, по крайней мере, на это очень надеемся. Наша группа называется «Фредди Остин». И я смотрю в твои... Сегодня замечательный день. Мы поддерживаем группу «Вона». Спасибо им большое за то, что они нас пригласили с ними отыграть мега крутые концерты. И маятник остановился. Наши надежды оправдались, все было очень-очень круто. Отдельное спасибо Антону Семину за счастливое детство. Я могу сказать, что у меня окончательно сел голос. Спасибо всем казанцам, да, кто пили вместе со мной и помогали мне. Я даже всплакнул. В Казани вообще очень жарко всегда. Жарко. Очень жарко. Жарко всегда.